Одиннадцатое заседание Совета депутатов городского округа Щелково проходило с соблюдением всех мер предосторожности. Совет собрался в актовом зале администрации. Некоторые депутаты работали в формате видеосвязи. На повестке дня пять вопросов. Главный – отчет главы городского округа Щелково о результатах деятельности и о результатах деятельности администрации за 2019 год. На показателях прошлых лет администрация составляет планы, их воплощение контролирует Совет. Глава подчеркнул, по многим вопросам решения вырабатывались в тесном контакте с депутатами. Первоочередная задача для нас ⁇ это построение открытого диалога с жителями, организация обратной связи и расстановка приоритетов на основании проведенных встреч с населением. На личном приеме в 2019 году было принято 511 человек. Всего в администрацию поступило 13 383 обращения граждан. В сравнении с 2018 годом количество обращений, обращений уменьшилось в 1,2 раза. Сергей Горелов отметил, оперативно реагировать на запросы жителей помогает Щелковский штаб Центра управления регионом. Наш округ вошел в число муниципалитетов, участвующих в пилотной программе губернатора «Цифровое Подмосковье». В ЦУР поступило 28 тысяч обращений. Глава подчеркнул, основу устойчивого социально-экономического развития составляет промышленность. На территории округа реализуются крупные инвестпроекты, строительство сборочного производства космических аппаратов, Газпромкосмические системы, построен производственный комплекс на Cannon Pharma Продакшн, модернизировано производство на щелково агрохимия. На новый уровень производства вышел Фряновский керамический завод. На данный момент компания ⁇ Газпром космические системы ⁇ приступила к реализации уже второго этапа строительства сборочного производства космических аппаратов. Объем инвестиций составит 15 миллиардов рублей. Будет создано дополнительно порядка 100 высококвалифицированных рабочих мест. В Щелкове заложен фундамент для масштабных промышленных проектов по глубокой переработке козьего молока, экофарминг, фруктовые овощные плантации, ягодная долина. Эти и уже действующие проекты – основа доходов местного бюджета, который, что немаловажно, на протяжении многих лет сохраняет социальную направленность. При всесторонней поддержке Совета депутатов городского округа Щелкова нам удалось сохранить в 2019 году социальную направленность бюджетов Щелковского муниципального района и поселения. Доля расходов на социально-культурную сферу составила 70% или 7 миллиардов рублей из 10 миллиардов рублей всех расходов бюджета. 2019 год стал знаковым для медвежьи озерцев. Дети пошли учиться в новую школу. Активно строилась школа в Солнечном. Первый звонок в ней произвенит в этом году. Внушительные средства вложены в дорожную инфраструктуру. В городском округе отремонтировано 58 километров дорог. Открыт новый мост через Клязьму. Подготовлен проект увеличения проезжей части на Заречной улице. За год комплексно благоустроено 40 дворов, причем не только в городе, но и в сельской местности. После капитального ремонта жители 41 дома вновь ощутили уют. Чистыми и светлыми по завершению ремонтных работ стали 307 подъездов. Выслушав доклад, несколько депутатов задали главе вопросы по наполняемости местного бюджета, использованию средств на благоустройство дворов, развитие парка культуры. Елена Мокринская поблагодарила главу и администрацию за консолидированную работу. Я, во-первых, хочу поблагодарить вообще сотрудников администрации, да, сотрудников контрольно-счетной палаты и совет депутатов, потому что в 2019 году все работали совместно каждый в, своих, в рамках своих полномочий. Итогом обсуждения стало голосование большинством, а это 19 депутатов признали работу главы и администрации удовлетворительной. На этом же заседании депутаты утвердили порядок предоставления компенсационных выплат иногородним врачам для оплаты съемного жилья. определили тех, кто в ближайшее время будет отмечен наградами совета депутатов, Утвердили списки членов постоянных комиссий. Михаил Налетов, Валерий Жеглей, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.